Да, эти смутные времена все равно пройдут, ребят. Как бы там ни было. Ну что ж, обсудим сегодняшний обзор карты. Сегодня у нас 12 сентября. Что мы имеем возле города Луганска? Северо-восточнее Луганска, станица Луганская, закреплена за силами Народной Республики, и линия фронта проходит между некими населенными пунктами Макарова со стороны хунты и станица Луганской с нашей стороны. Здесь произошло небольшое оттеснение хунтовских войск. Хотя довольно-таки сложная операция на самом деле. Если вы посмотрите чуть-чуть ближе к станице Луганской, вы представляете, какую операцию сделали ребята. Вы посмотрите, вот на этой территории отбросить хунтовские войска, которые здесь плотно засели. Это густонаселенный пункт. Ну, на самом деле густонаселенный. И оттеснить отсюда хунтят было довольно проблематично, потому что ограниченность применения некого вооружения здесь присутствует. Наши ребята-то, освобождая населенные пункты, не используют цели разрушения и террора. Поэтому хунта этим пользовалась довольно долго, поэтому в Луганском направлении северо-восточнее города очень сложная операция производилась. Такая же примерно была в Металлисте. Нам показывает вот это вот место, что действительно спецназ народного ополчения функционирует, и ребята приобретают опыт широчайший, огромнейший и серьезнейший. И теперь им, ну знаете как, если они научились вот здесь вот такие вот операции производить, то в будущем этот опыт будет перекинут на более масштабные планы, на более серьезные постройки, либо укрепрайоны с густонаселенным пунктах, на города и так далее. Севернее Луганска линия фронта неизменно остается между Веселой Горой и станицей, и городом, населенным пунктом Счастье. Южнее Луганска хунтовские подразделения, расположенные между населенным пунктом Белое, они оттуда были вытеснены, и Лутугина, находятся здесь в неподвижном, законсервированном состоянии. Они потихонечку тлеют, запасы их потихонечку, как продовольственные, так и в принципе, ликвидируются. Сейчас у них нет возможности оттуда вырваться, и единственную попытку, они не хотят ее, ну, скажем, просрать в холостую, извините. Вот такая вот у них ситуация. То же самое касается остатков вооруженных сил, расположенных на Красном Луче, севернее Красного Луча и Петровская. У этих ребят примерно такая же ситуация, только у них была еще надежда, выход на Дебальцево. А вот с Дебальцево в ближайшее время будет у них проблема, потому что на Дебальцево сегодня неоднократно показывали и рассказывали, мы вернемся к тому региону, что ребята Мозгового и бригада Призрак решила избавить хунту от владения данной территорией и развязочным пунктом. Теперь у них ситуация похожая, как и возле Лутугина. На восточную сторону народных республик мы уже почти не заглядываем, потому что эта территория неизменно контролируется силами народных республик. И завтра, вот здесь вот в Донецке стоят грузовички, 2 тонны очередного гуманитарной помощи. Вот здесь они находятся, и завтра они выдвинутся через КПП Изварина. И причем это уже ультимативной форме было сказано. Потому что у хунты, у этого хунтовского правительства, у этих карателей было предостаточно времени, чтобы этот груз признать гуманитарным. Там уже побывали и ОБСЕшники, и Красный Крест, да вообще все, кому не лень. Там можно было за эти 3 недели, которые там стоит эти грузовички, уже можно было просканировать все на свете. Все на свете. Но хунтовские ребята не стараются сопутствовать вот этому гуманитарному грузу, потому что тогда ополченцы опять развяжут ручки, опять у них будут немножко больше свободного времени для следующего контрнаступления. Действительно, гуманитарная катастрофа забирает много сил и времени. И в этом плане Российская Федерация очень сильно помогает и разгружает армию Новороссии. Под Амвросиевкой котлы практически ликвидированы. Что мы видим, ребята? Что мы видим? Эффект перекатывания. Хунтята от Моспина пытаются откатываться, катятся по наклонной, я бы так сказал, ой-ой-ой, по наклонной. Заходят вглубь все дальше и дальше к Амвросиевке. В общем, решили проведать, ну, пусть это цинично звучит, но на вот эти братские могилы, которые под Амвросиевкой, уже их побратимов оказались.
Вот эти ребята решили, остатки вооруженных сил, не вступать в переговоры каким-то образом. Но своеобразное передвижение, ну, естественно, вооруженно, на бронетехнике и так далее и тому подобное, решили переместиться. Ну что ж, смена дислокации по военным правилам, это, в принципе, правильное решение для них, если у них есть такая возможность, и ГСМ им позволяет, и, в принципе, запасы с боекомплектом, дабы не быть обнаруживаемыми и неисследуемыми. Скорее всего, им показалось, что их уже посты сданы, их места расположения уже очень хорошо известны ополченцам, и вот ополченцы начинают уже пристреливаться по ним. Поэтому ребята решили покинуть свои пенаты родные, которые под Моспино они занимали некоторое время, и выдвинуться на другое место. Ну что ж, пока они будут окапываться, если мобильная разведка обнаружит, что они там еще не закрепились, пока они выберут себе очередные норки, возможно, они на протяжении вот этих вот сборов или разборов, сложно разворачивать такие полевые лагеря, будут еще раз саботированы на следующее отступление. И вот здесь вот произойдет такой вот, знаете, футбол по кругу. Может быть, в ближайшее время здесь произойдет такая определенная игра. То, что их западной территории, там, где расположена основная часть карателей, не собираются спасать, ну, это в принципе, они должны уже осознавать. Наверное, они даже это и осознают. А вот поиграть в футбол ребята с удовольствием поиграют. Потому что разоружить этих ребят у армии Новороссии есть возможность. А вот у этих ребят, вооруженных сил Украины, выйти из этого оцепления нет такой возможности. Поэтому и правила здесь немножко изменены. И правила здесь не диктуют в пользу вот этих вот окруженных войск. Вот примерно так. Немного дальше мы видим, что Старо-Ласпа и Ново-Ласпа, образовавшийся котел у хунты, практически, да не практически, а физически деблокирован силами ударной группировки, находящейся возле Волновахи. Это было сделано большой массированной группой, здесь огромная колонна бронетехники, и в принципе несложно было даже не прорвать оборону, а просто изменить линию фронта. Потому что на самом деле здесь не было у нас серьезных укрепрайонов. Укрепрайон расположен возле Тельманова и возле, вот здесь два укрепрайона. Вот сейчас возле Стыла и Коммунаровки, вот здесь вот есть силы наши серьезные. А также хорошие укрепрайоны возле Старобешева и Новосвета. Эти ребята здесь показали, что серьезно могут вести и оборону, и наступательные действия. Так что двойной кордон, вот сюда пройти к этим остаткам ВСУ, у них не получится. А вот здесь вот не было ни одного, поэтому они решили. Ну, вот эти вот ребята в Новоласпе получили подкрепление. Наверное, не зря они находились, все-таки было у них скоординирование. Значит, здесь и здесь группировки более-менее едины. И координационный центр работает здесь более-менее слаженно. Если они предприняли такую попытку, пойдя на такую авантюрную риск. Ну, что мы видим? В принципе, как и Касат говорил, как и я, вот предполагал, что хунта предпримет такой разрезающий удар. Примерно вплоть до границы. Они проверили, что здесь на трассе они могут контролировать некоторые участки, нарушить логистику ополченцев до Новоазовска, связывающую вот эту трассу, и предпринять попытку для провокации, а также для своих отмазок, как и в 2010 году нам рассказывал статью Бузина. О том, что если хунта терпит поражение в любое время, что в 914, что в 915 году, что в принципе в любые другие времена, она сразу говорит, что их разгромили превосходящие силы и, конечно же, москальские. Ну, конечно. Так что мы думаем, что увидим в ближайшее время еще немного дальше продвижение вот здесь вот хунтовской группировки. Чем дальше она разрезательные способности наносит, вот если точечные удары, ей сложно будет координировать линию фронта здесь. А если идти широким фронтом, она нарывается на серьезное сопротивление и может быть разрезана. Идти широкой линии фронта не получится. Это все равно, что идти большой бумагой, большим атманом, таким вот А0, против ветра. Ну, просто сдует ее, сметет. Ну, разорвать его несложно, найти любую точку изъяна у них. А вот делать разрезающий удар, это опасно образованием нового котла, который будет, опять же, при границе. Но здесь хунтята, которые пойдут, их обязательно успокоят. Ребята, в крайнем случае, як шо-шо, то на российскую территорию сбежите. Чтоб там не казали, але там наши хлопцы уже побывали, там примут. Там покушают уже. И вот их будут сюда отправлять. Примерно сюда. Хотят отделить мариупольскую группировку нашу. Этот прорыв, я думаю, и в генштабе, и мы, в принципе, его видели. Вот это вот хунтовские движения по перемирию. Что мы имеем на южном нашем направлении? У нас появился населенный пункт Сартана, который теперь занят ополченцами. Да, Толоковка переходила уже из рук в руки, там протяженности бои идут, различные такие вот способы хунты
здесь выдавливать силы ополчения, но они в Толоковке были разбиты возле нее, и блокпост их был ликвидирован. Ребята здесь имеют пристрельную, очень четкую пристрельную позицию по вот этим вот районам. И вот здесь вот, где бы не располагался возле этих населенных пунктов хунтовские бригады, ребята их без особых проблем ликвидируют с помощью артобстрелов. Поэтому хунты сюда, в принципе, не заходят. А завязываются в какие-то городские бои, ну, они завязываются, да. Происходят перестрелки, происходят разведки боем, происходят, ну, различные боестолкновения. Здесь мы еще увидим некоторые новости, я думаю, вот от нашего товарища Гарика. Он расскажет, он все-таки здесь вот находится, недалеко. Как здесь идут боевые действия. Мне сложно комментировать, потому что про мариупольские столкновения я сегодня сводок вообще никаких не видел. Линия фронта проходит возле населенного пункта Безыменная. Меня уже поправили, на букву «ы» нужно ставить ударение. Вот. Новоазовск — это уже тыл, наш тыл армии Новороссии. Здесь укрепрайоны наши, и здесь, в принципе, ребята могут свободно как и отдохнуть, как и поплавать, как перегруппироваться, подкрепиться, подлечиться, подзаправиться и так далее и тому подобное. Здесь несложно организовать гуманитарку, на самом деле, с территории Российской Федерации. Можно и заправляться бензином здесь, можно, в принципе, получать там медицинскую какую-то помощь. Ну, здесь довольно-таки недалеко до территории Российской Федерации. Поэтому, как бы хунта ни старалась бы оттеснить, у ребят здесь будет снабжение. И эти времена мы переживали и в другие времена, когда только-только начинали такие морские партизаны, контрабандисты переходить и вот с таких вот выступов, с таких вот мысов начинать вытеснять и саботировать хунту на предстоящие боевые действия. Я думаю, что этот гарнизон очень силен, и даже если его взять в оперативное окружение от хунты, у ребят всегда есть сопредельная территория с дружеским государством. А вот у хунты, как только она выйдет на территорию Российской Федерации, ну, на границу территории Российской Федерации, это будет для нее нифига не дружественно. Это же им тандычат и в головы вбивают. Что у нас с диверсионно-разведывательными группами, расположенных севернее Мариуполя? Ребята растянулись на довольно большом отрезке, очень большом отрезке. Считается, что сейчас они находятся в окружении. Ну, для диверсантов окружение — это, в принципе, родная сфера. И для партизан это родная сфера. Ну, партизаны всегда работали в окружении. Всегда. И вот здесь вот хунта, чтобы прочесывать какие-то вот вещи, варианты искать, будет нарываться на серьезные сюрпризики. Будут им дарить и цветочки, и тюльпанчики, не знаю, гвоздички, и еще разные подарочки, растяжечки и так далее, тому подобное. Сейчас ребята находятся, если вот хунта считает, что мы берем в окружение и делаем какой-то там котел северо-мариупольский, то могу хунту сейчас в этом плане разочаровать. Ребята-партизаны, в принципе, вот как в Харькове. В Харькове тоже сейчас котел. Харьковский котел, что ли, находится? Вот там партизаны работают в полном окружении. Для ребят это нормально. В крайнем случае они найдут себе лазейку, прорыв и прикроют друг дружку, чтобы немножко подкрепиться. Есть эта возможность. Также мы еще не знаем, сколько сюда было завезено наших сюрпризов. Мы этого тоже не знаем. Для больших задач, для маленьких задач, для серьезных задач, но они есть. Они есть. И боекомплекты здесь тоже есть. Мало того, хунта, когда отсюда спешно отходила, очень многое побросала. И мы тоже это знаем. Так что диверсанты сейчас будут работать, ну, привычной для себя температуры. Вот так вот скажем. Хунтовская армия, вот это вот, контролирует довольно большой участок трассы Н-20, соединяющий Мариуполь и Донецк. Линия фронта проходит чуть ниже Еленовки, Докучаевск под ополчением. Сюда идут перестрелки. Мы знаем, что Докучаевск даже обстреливали, пристреливают, и работают там и артиллерия врага очень серьезно. Здесь действительно идут боевые действия, местные жители находятся в подвалах. Это да. Мы увидим в ближайшее время несколько видео, я думаю. Хунтовские войска с некого населенного пункта Александриновка будут отходить. Причем это однозначно. Ну, нет здесь вариантов у них оставаться. Либо они должны занять Докучаевск, либо, если у них нет такой возможности, они должны отходить. Вариантов несколько, всего два. Так что линия фронта здесь будет меняться. И мы это увидим, мы это действительно увидим. Дальше. Немного западнее самого города Донецка линия фронта проходит от Старомихайловки даже до Марьинки. Константиновка по-прежнему под ополченцами.
И хунтята немножко были оттянуты, отброшены дальше на Курахово. Здесь есть блокпост хунтовский. Блокпост тактики вообще уже настолько устаревший, это, ну, это калькулятор в нынешней войне, блокпост. Потому что блокпост нужно содержать 50 людьми личного состава. Нужно обязательно иметь несколько единиц бронетехники. Нужно, да много чего там нужно иметь, чтобы этот блокпост содержать. Подвозить туда продукты, туда-сюда, смены, вахты, дозорные, разведки. На трассе находиться и все время отвлекаться, вы знаете, в состоянии таком, что там кто-то проезжает, туда-сюда, сюда-туда, отвлекаться, они уже привычно относятся к передвижению сил. То есть они не в военном положении на блокпосту, а в немного таком расслабленном. А расслабленность на войне только к одному ведет, что быстро ликвидируются такие войска. И они просто не заметят, как в следующий раз этот блокпост, ребята зайдут, с каких сторон мне неизвестно, каким образом произойдет саботаж, да их миллион этих способов. Можно просто подбежать ночью и крикнуть «Аллах Акбар» и кинуть одну гранату. И все, капец, они сразу будут кричать, что подошли русские танки с чеченцами, их 50 штук, 50 танков и 500 БТРов. А можно действительно саботировать сзади. Путем отсутствия у них отхода. И куда они тогда пойдут, если они увидят, что с другой стороны трассы тыл у них не прикрыт. Такие блокпосты ликвидируются легко, мы это заметили. На счету они уже как семечки. Наши ребята их щелкают как семечки. Дальше что мы имеем? Перестрелки и постоянные боестолкновения в районе аэропорта проходят ежедневно. Отсюда ведут обстрелы. Сегодня Донецк подвергся опять же обстрелам. Сегодня серьезные были разрушения в Макеевке, в неком населенном пункте, вот не помню как называется, там что-то большое упало. Опять же, здесь летала сегодня авиация. Нам тоже это сообщали и по рации, и несколько раз мы уже это слышали. То есть хунта имеет возможность отсюда заниматься обычным террором. Вот она и держит. Она приводит сюда технику реактивных систем залпового огня, обстреливает эти все вещи и уходит. И иногда терроризирует еще и с воздуха. Наступательных сил здесь у хунты нет. Реактивные и артиллерии здесь есть. Здесь у них задача террором сдерживать армию Новороссии, дабы она не пошла и не отбросила. Как только они видят, что существует угроза там наступления того же Востока или Оплота и так далее, она начинает автоматически применять террор, чтобы ребята в ополчении занимались ликвидацией последствий вот того террора, который они наносят. Ну и опять же видно, что они имеют связь с вот этими наемниками и фашистами, которые расположены сейчас в аэропорту. На этот вопрос мне никто так до сих пор и не ответил, почему этих фашистов не ликвидировали, причем физически. Ну, никто не ответил. Вот здесь сидят откровенные каратели, которые постоянно терроризируют город, на них уже просто сотни смертей мирных жителей. Вот висят именно на вот этих гадах, которые находятся в аэропорту. Не знаю, кто ответит мне на этот вопрос, и я его буду задавать каждый день. Каждый день, если наш ресурс слушают ребята, которые имеют возможность передать в Генштаб Новороссии, то у меня вопрос и к Кононову, и к Захарченко, и ко всем остальным ребятам, которые влияют на ситуацию в Донецком аэропорту. Почему их до сих пор не ликвидированы? И ответ, что у нас нет достаточных сил, нас не устраивает. Если невозможно ликвидировать такую маленькую группировку, то о каком контрнаступлении и дальнейших каких-то сдерживаний позиций может идти речь? Я думаю, есть возможности, не надо. Нас много раз убеждали, мы много раз видели и показывали, что есть такие возможности. А если что, позовите спецназовцев, которые вот с ЛНР, которые очистили станицу Луганскую, или Металлист, или как в аэропорту они поработали в Луганске. Позвоните ребятам, они с удовольствием придут и помогут вам, и выполнят эти задачи. Если здесь нет таких боеспособных групп, еще и не разработан донецкий спецназ. Вот в Луганске он уже работает, и неплохо довольно, как минимум эффективно. Горловку постоянно колбасят. Горловку еще раз сегодня колбасили. И еще раз ее обстреливали. Здесь, блин, эти эксперименты просто задолбали, что Горловку реально обстреливают. И для них это, для хунты это полигон. Им не важно, там есть мирные жители или нет. Они постоянно ее обстреливают. Постоянно разрушают инфраструктуру. Постоянно забрасывают минами, ракетами и так далее. Все вот эти жилые кварталы. Я не знаю, что они там хотят разрушить. Они уже почти все там разрушили. Но вот этот террор они на Горловку наводят каждый день. Конечно, беженцы там с района Горловки, Макеевки, там Донецка еще не будут возвращаться в эти районы. Они будут возвращаться там в Хрещеватое, в Новосветловку, в Краснодон или вот куда-то туда. Но сюда не будут еще возвращаться мирные жители, чтобы потому что нет такой возможности. Но горловская группировка решила все-таки соединиться или каким-то образом отрезать Дебальцево от снабжения. Ребята Мозгового, мы знаем, что вплотную подошли к Светлодарску. Вот он этот Светлодарск.
Этот населенный пункт сейчас числится за хунтой, но наши ребята действительно здесь есть. Нарушение снабжения по трассе М3 заставляет Дебальцева задуматься. Вообще, весь их план, потому что здесь одна из самых больших по численности группировок была, весь их план по наступлению либо разрезательной, либо спасению вот этих остаток ВСУ возле Ждановки, либо наступательный по отношению к Красному Лучу по трассе М3, вообще, в принципе, уже провален. Уже. На самом деле уже провален. И теперь у них приоритетная задача стоят либо выбраться из котла, либо каким-то образом получить подкрепление, опять же под прикрытием, либо задействовать авиацию. А неизвестно, есть ли у Мозгового здесь ЗУшки или там какие-нибудь ПТУРы. Ну, это же неизвестно, да? Уже существуют определенные риски. И поэтому ограниченность этих дебальцевской группировки хунтовской, тем более здесь мобилизированные войска. Да, здесь есть и нацгады, и территориальные, и так далее. Но большинство здесь мобилизированных войск. Они не боеспособны, они неэффективны. Только за счет преимущества количества единиц бронетехники. И я вам скажу, почему это было сделано со стороны, вот такое решение с генштаба было предпринято. Потому что это своеобразный размен территорий верхних. Ребята из бригады Мозгового понимают, что либо они смогут, ну вот считайте, что у них один вариант есть. Вот сил есть на одну, вот сейчас вот, на данный момент бригада Мозгового обладает силами на одну какую-то серьезную операцию. Не на две маленькие, а на одну серьезную. Можно обратно оттеснить хунту сюда, с Попасна действительно большие силы были сюда переброшены, чтобы занять вот эти позиции. Можно хунту, но здесь ничего нет. Здесь незначительные населенные пункты, здесь немного бронетехники, здесь нет ключевых каких-то задач, здесь нет стратегических объектов, здесь в принципе нечем покормиться. И вот такой вот размен произошел. Пришлось оставить эти территории, хунта почувствовала здесь силы, они автоматически подбросили сюда еще несколько бронеединиц и так далее. И с помощью такого легкого, незначительного боестолкновений или каких-нибудь передышек, а может быть и просто перестрелок по невидимым врагам. Они это любят использовать, да? Ищут воображаемого врага и начинают лупасить. Хунта считает, что достигла, и очередная перемога может уже отчитываться, что мы же здобули, что вы здобули? Ну вот здобули там некие населенные пункты, как вот он называется, Новотошковка, Нижняя и еще Тоштовка. Вот, мы же здобули. Но тем временем, пока они вот здесь заняты, им придется вернуться, передислоцироваться. А это довольно-таки большая проблема, чтобы обратно вернуться к Дебальцеву и воссоединиться. А вот здесь реальный военторг уже начнется. И ребята начнут договариваться либо с местными, либо с генералами штаба АТО, либо еще с кем-нибудь. Но в Дебальцево сейчас туговато. И это неплохо, это неплохо. Одна из наших очередных достижений в Дебальцево. В принципе, мы возвращаемся обратно, ребята. Под Ждановкой у нас никаких пока что нету. Ребята теряют надежду, а это боевая, боеспособная группировка, остатка вот здесь вот под Розовкой и Ждановкой. Они теряют уже надежду и думают, что теперь на нас вообще забьют болт. Если раньше у Дебальцева было прорез, наступление и потом уже к нам, то теперь они вообще находятся уже на третьем или, может быть, дальше на следующем месте. У Дебальцева теперь либо вопрос отсутствие окружения, деблокирования, либо вопрос поставок, потом уже вопрос дальнейшего контрнаступления от хунты, и потом уже только спасение вот этих остаток вооруженных сил. То есть у них, они уже, знаете, чувствуют, что цена их падает. Падает, падает и падает. И раз цена их падает, по-моему, они в ближайшее будущее уже не будут предпринимать попыток растяжения или попыток каких-нибудь выходов с боем. Они, в принципе, будут группироваться для некой перезимовки, что ли, чтобы сохранить личный состав и при этом не потерять бронетехнику, и при этом не сдаться, и при этом еще дальше существовать и жить. Очень много задач у них теперь бытовых. Все, кинули, кинули, ребят. А кинули обычным проходом, прорывом между Горловкой и бригадой Мозгового. Да, отличный маневр, неплохой, мы смотрим, наблюдаем. Будем за южным направлением, где хунта ведет наступление, вести. Будем смотреть, как ребята со станицы Луганской немножко дальше будут отбрасывать войска. Будем наблюдать за Дебальцево, нам очень интересен этот факт. И будем наблюдать за севером Луганской Народной Республики, то есть возле населенных пунктов Первомайская, чуть выше, чуть севернее Первомайская. Вот так.